Привет! С вами Викс, и сегодня я поиграю в очень старенькую игрушку под названием «Как достать соседа». Первая часть. Я знаю, что есть вторая, третья, четвертая и пятая. Если вы захотите, я пройду вторую. Но третью, четвертую, пятую, ну и так далее, я проходить не буду. Они уже от других разработчиков, да и вообще они какие-то странные. Поэтому я пройду, возможно, первую и вторую часть. 100%. Но начнем мы, конечно же, с первой. Игрушка 2002 года, а сейчас у нас 2023 год. Это получается игрушки... Ой, ну да, игрушки. Сколько ей лет-то? 21 год получается. Да. Я сидел, считал. 21 год этой игре. Она взрослее меня. Может быть, тебя. Ну, в общем. Эх, погнали. Пройдем ее. Ну, давай сначала начнем. Первые шаги. Подсказка. Слушайте советы режиссера. Он подскажет вам, что делать. Наш герой Буду. Поначалу всегда тяжело. Если вы прочитали руководство, потренируйтесь с Вуди, пока не прозвучала команда «Мотор». Научитесь водить Вуди по дому, путешествовать между комнатами и этажами. Советуем пройти это выступление, прежде чем переходить к съемкам. Хорошо. Рекорд серии пакостей. И... В общем, если я пройду вот это все, а вот это не откроется, то не волнуйтесь. Где-нибудь за кадром я, ну, конечно же, вне себе представляю, как достать соседа в серии «Первые шаги». Ну, конечно же, да, похлопаем. Ну, естественно, я это вне видео уже буду проходить. Ну, то есть я пройду до момента, где мы остановились, и там и пройду. Ну да, думаю, вы поняли. Ну, в общем, если вы еще хотите стрим по этой игрушке, обязательно пишите в комментариях. Я все комментарии читаю. Ну, погнали. Ходить. Краса, ходить. Как передвигаться-то у нас? Я уже забыл. А, ну да. С помощью мышки. Ну, так легче. Итак, а пока что идет в быстрой перемотке, ну, получается, обучение. Хочу сказать вам, что я немного приболел. Поэтому видео выходит не так часто, как раньше. Но я все равно стараюсь и пытаюсь вылаживать и монтировать видео все качественнее и лучше. А видео выпускать все больше и больше. Спасибо за прослушивание. Хорошо, быстрее было. А, щелкните левой мышкой. В шкаф погнали. Ага. А, сосед еще вниз пойдет. Прикольно. Соседунга, соседунга. Давай, давай, иди. Давай, сосед. Сосед, иди, давай. Давай, давай, иди. Ха-ха. Окей, отлично. Ну чё, сделал гадость, сердцу радость. Как мы скоро увидим, наш сосед тот еще тип. Редко застанешь его мирный, сидящим в кресле. Исключения только подтверждают правила. Может, он просто затаился и что-то высматривает. Вуди это не по душе, придется навестить соседушку. Некоторые пакости в сериях можно пропускать. 5 минут у нас дается. Ну, ладно, 5 пакостей, хорошо. Представляет, как достать соседа в серии «Сделал гадость, сердцу радость». Ну, вот, в принципе, наш соседушка и его дом. Ха-ха, шоу начинается. Всем здравствуйте, с вами Вуди, и сегодня мы будем пранковать моего соседунга. Ха-ха. В общем, сегодня я хочу пранкануть своего соседа.
И, не знаю, заставить его чем-нибудь... А, 4 пакости, кстати, будет. Ладно. Кстати, да, подушка-пердушка, я уже понял, куда. Положим сюда. Так. Ой, туалетной бумаги нет. Так, клей. Ага. Я уже знаю, куда мы положим клей. Так, ну, вроде можешь завязать телевизор. 1, 2, 3. Ну, и, наверное, в холодильнике что-нибудь точно лежит. Не зря же его можно взять. Давай. Тихо, беги, яйцо. Ну, яйцо. Погнали, давай, буди, беги. Подушку ложи. Пардушку. Это не то, что вы услышали. Это не подушка. Ну да. Ну, короче, вы сильно испорчены, если услышали не то. Опа, сосед разозлился. Ну ладно. Ну-ка, дайте посмотрю. Оу, сосед. Ах ты, пердун, сосед. Кстати, да, наша задача либо пройти все на 100%, либо на 97%, ну или на 94%. 94-100% мы должны обязательно пройти. О, нет, сосед. Сосед, давай, все, хватит листать. Нет. Он успел остыть. Ну, это получается, походу, будет 97%. Наверное. Или 94. Сейчас увидим. О, господи. Прилипло, да? О, это 97%. Будем называть это у телеэкрана. Воскресенный отдых. Сосед развалился в кресле перед телевизором. С непременной бутылкой пива в руки. Время от времени он заставляет себя встать и тащиться к холодильнику за новой бутылкой. Как же Вуди улучшить момент для пакости? Поживем, увидим. Решает Вуди и незаметно пробирается в дом. Вот сказка. Следите за тем, о чем думает сосед. Так вы поймете, куда он направился. У нас 6 пакостей. Хорошо. Пакостей у нас 6. Да, 6 пакостей у нас. Всем здравствуйте, с вами Вуди. Жалко не Вудпекер, но тоже пойду. Так, магой мы засорим туалет. А вот когда он ходит? Он пошел за бутылочкой. Используй слабительное. Мы добавим ему ослабительного, наверное. Да. Ладно, соседушка. А я ослабительного не добавил. Блин, ладно, давай. Яйцо тебе подмешаем. Блин, сосед, ну ты гонишь. Ладно. Меня прикалывает, когда он ругается. I'm so ready, I'm ready. Ну это прикольно, короче. Давай, бери свою. Ебасик свой. Ну, блин, давайте переиграем. Начать съемку. Давай. Не беси меня. Бери это. Приятную бумагу. Берем ослабительного, получается. Господи. Вот так. Ой, извините. А, аж чихнул. Кто сказал? Спасибо вам огромное. Ладно, Вуди, погнали. Погнали наверх. Добавь ослабительного. Опа. Добавляй. Бери яичко. И добавляй яичко сюда. Опа. Хорошо. Опа. Соседушка. Побежал. А мы... О, господи, что за звуки? А, стоп, а сосед... А как он не увидел... А, вот, туалетной бумаги нет. Она засорена, да. Чё, вот, ух, долго. Долго. Давай, соседушка. Чини, ремонтируй там, я не знаю. Стоп, как ты пойдешь? Только не так.
Кстати, там же слабительное до сих пор. Слабительное пиво, но... Опа! А вот мне сейчас интересно, как он упадет со стула. Давай, давай, давай. Опа! Это очень было смешно. Ура! Опять 97%. Опа! Сюрприз к дню рождения. Подсказка. Слушай, пакости можно занять маленький сервис, да? Куда надо нам? У соседей день рождения, как всегда, он празднует наедине с любимым. Надувает свечу и желает тебе всего самого лучшего. Жалко мне. Петрович, один праздник, день рождения. Ну ладно. Между делом он пускается заменить почтовый ящик. А ну-ка пришла открытка и посылка с подарком. Он бедован. Разве так справляет день рождения? Удешает ему по-соседски помочь. Ну, насчет помочь я не знаю. Но то, что теперь сосед будет ходить на смысл, да. Почтовый ящик получается. Буди, буди, буди. Ага, тортик. Так, блин, он сейчас открытку. Он в туалет не пойдет? Если пойдет, то это будет фейл. Пусто, да? Хорошо. Сосед, ты же не пойдешь сейчас в туалет? Ну, молодец, хорошо. Да, он не пойдет. Ну ладно. Давай, беги, 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 беги. Давай, 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 давай. Фух, успели. А нет, мы не успели, как так-то? Как так? О, господи, сосед, ты что? Мы к тебе пришли день рождения праздновать, а ты так поступаешь. Быстренько мы все сделаем. Да я что-то сразу протупил и... Что-то это... Да. Давай, давай, давай. Так, письма идёт смотреть. Ну, спасибо. Ну-ка, подложим мыло, заберем туалетную бумагу. Положим туалетную бумагу. Давай, сосед, возвращайся. Молодец. Мышеловка. О, кстати, можно мышеловку сюда положить, можно? Ну, положи сюда. Мышеловку, он об нее ранится. О, хорошо, слушай, ну все на ходу придумал. 6 пакостей. 1, 2, 3, 4, 5. И, наверное, яйцо 6 будет, если там есть яйцо. Ну-ка, сюда можно положить свечки, типа. Итак. Опа, в туалет побежал. И да, яичко, хорошо. Ну, слушайте, а может мы сейчас 100% сделаем? Все, давай сюда. Будем здесь стоять. Оттирай, оттирай, сосед. Опа, опа. Опа. Че, сосед? А вот не надо было яйца в микроволновке греть. Я знаю, что это не сосед делал. Ха-ха. Стой, а ты свечу-то взял? Да. А, прикольно. Да, 97%. 4 из этих, а надо было что-то 5. Ну ладно, хе-хе-хе. Ну, слушайте. Мы довольно уже много прошли. Кстати, да, второй сезон открылся. Ну, что ж. С вами был Бикс Петрович, или как по-другому, соседушка. У меня что-то вылетело немного. Короче. Думаю, видос вам зашел, и вы захотите продолжить. Мне без разницы, сколько вы наберете лайк. Давайте просто, вы все дружненько, напишите в комментариях слово Кеша. Почему Кеша? Да потому что я здесь попугая увидел. Ну, в принципе, да. С вами был Бикс. Всем удачи и пока.